Так. Так. Подожди, Ириска, подожди. Колокольчик принесла. А что такое? Побежала, побежала. А? У меня уже, гляньте, тут какие бегают. Оп, оп. Так, качели сняли, гамачок на стирку. Ку-ку. Кукусики. Кукусики. Васина дочка. Азочка. Так, детки у нас тут Ирискины. Вон Ириска сидит на столе. Так, Ирискина, вот эта девочка. Все, она уже под бронью. Так, вот эта девочка, черепашка с голубыми глазками, это Ирискина. Так, вот это у нас Габочкина девочка, свободная. Мальчик Ирискин, свободный. Мальчик Габочкин, свободный. Так, где остальные дети? Я не поняла. Это Габочкина дочка, кстати, смотрите. Адель. Адель. Кукусики. Кукусики. Так, она у нас беременяшечка, так что мы ее на ночь закрываем в вольерчик, чтобы ничего не прозевать, знаете. У нее уже там срок подходит скоро. Так что мы ее прячем. Да? Заяц. Развязали кафтедралку. Я ее сремонтировала, а они ее опять развязали. Ну, ничего страшного. Кукусики. 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 Так, а это еще одна красота. А, ой, свана, смотрите. Красотунька. О, Аза. Як монстр. Аза, як монстр. Прых. Азочка, ну ты как монстр настоящий. Оп. Гляньте. Летучая мышь. Убежала. Камеру боится. Я вот эту штучку она хочет, а камеру боятся они. Ты что падаешь? Залазь. Залазь вот так на диванчик. Прых, скок. Надо гулять с малышней, потому что, чтобы они потом дикие не были, надо гулять постоянно. Так, на вольеры не навожу камеру, уж поняли, да, потому что у меня видео потом то банят, то предупреждения приходят, монетизацию выключают. Короче, я не показываю. В одном верхнем у меня Адель, мы на ночь закрываем. В нижнем вольере Азочкины детки спят в коробочке. Нам уже по месяцу. Там у нас трое деток. Да? Это Габана, девочка. Это Ирискин, пацан, гляньте на него. Подожди, камеру схватила лапой. Камеру лапой схватила и нажала. Просто выключила и все. У нас вообще капец. Вот такие у нас детки. У нас тут шестеро таких уже. Бегунов. Шестеро бегунов. Да? Летучие мыши. Ты летучий мыша? Или не очень летучий мыша? Все, девчонка, у нас уже все под бронью. Вот. Вот это с 6 одна забронирована. Все остальные свободные. Да? Ириска. Ириска такая сидит. Мур, мур, мур. Муркотит, муркотит. Ой, такая ласковая, такая добренькая. Иди сюда, я тебя поглажу трошки. Иди сюда, моя хорошенькая. Иди, иди. Поглажу тебя, поглажу. Ириска. Ириска лезет на плечо. Так, не прыгать на меня, пожалуйста. За палочкой. Палочка в другой руке. Да, да, да. Здрасте. Здрасте. Тоже девочка. Это Ирискина. Ага, так, 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 так. Давай, давай, гулять, гулять, гулять. Ать, 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 ать. Скоро уже вторая прививка у нас на носу. Совсем-совсем скоро уже. Уже одну сделали, вторая, а потом бешенство будет. Габа опять вылиняла. Вот после детей опять потеряла шерсть. Вот это у нас, вот эта ж дочка ее сидит. Капец. Просто капец, Габа.
спала, вот там вылезла оттуда. Ой, так, ты спала. Да, я знаю, ты спала. Глянь, ты на яйце вообще без слез не взглянешь. Хотя тип у нее шикарный, у Габа. Ну, здесь постоянно деваются волосы. Ну, потому что до сих пор детей кормят. До сих пор они ее подсасывают. Хотя, девчонки, это не столь важно. Он Ириска тоже кормит. И смотрите на Ириску. Какая Ириска с шерстью. Вот вам и пожалуйста. Ну, в общем, вот так вот. И вот, смотрите, 2,5 месяца. Вот Ирискины дети, да? Полностью с шерстью. А Габаны потеряли. Тоже были полностью кудрявенькие. Сейчас без шерсти. Вот Адель, считай, где Аделька? Аделька где-то есть. А вот Аделька сидит. Аделька у нас в год обросла. До года была вот такая вот. 3 волосины в 2 ряда. Так что все по-разному. А вот еще Габеныш один сидит тоже. Видите? Шерсть потеряла. Хотя тип очень хороший. Азюлька. Азюлька. Это Ирискин. Тоже уже, он, знаете, выленил. Волосатый-волосатый был. Уже начал терять шерсть. Вот 2 месяца, смотрите. Теряет шерсть. Но потом обрастет. Будет красавчик. За палочкой. Эти мои маленькие. Мои такие зайчики. Мои зайчики, побегайчики такие. Это мальчик-биколорчик. Видите, такой чекированный биколорчик. С пятнышками. А это девочка. Это братик и сестричка. Так. Наоми. Привет, Наоми. Это Васина. Взгляд Васин. Заза не успеешь. Не погуляться, ничего. Аза перво. Все у всех забирает. Так. На меня на спину кто-то прыгнул. Стоп. Оп. Вот что прыгнула на спину. Со стола, представьте. Я вот тут стояла. Она со стола прыгает мне на спину. Потом спрыгивает на диван. Это капец. Тут же надо аккуратно, чтобы она не гепнулась на пол. Быстрашняки. Вот так. Лезут все, лезут. А это уже все-таки вот по 2,5 месяца им уже. Ползет. Кстати, девочка поинтовая. Голубые глазки у нее. Черепашка. Сейчас покажу, гляньте, ушки. 3 цвета на ушах. И белый, и рыжий, и черный. Интересный окрас такой у нее, конечно. Ой, господи. Ой. Да. Ты забрать хочешь палочку? У меня все палочки инвалиды. Без перышек, без ничего. Давай сюда, давай. Ой, так. Ты такой смелый, Габен. Он и крупнее. Этих котят разница 2 недели. Это Ирискина пришла. Ой, аккуратно, затопчите. Девочки вообще, они немножко мельче, чем мальчики. Мальчики, они всегда как бы такие чуть-чуть покрупнее, знаете. Адель у нас беременная от киндера. Так что посмотрим. О, мясо растягало, боже, выпачкали все вокруг. Там мясо лежит, они мяско кушали. Игрушки валяются у нас тут. Детский садик, короче. Привет всем. Думаю, покажу себя. А то мне всегда говорят, Юля, голос за кадром. А себя показать. Ну, у нас уже ночь на дворе. Ну, в принципе, еще ничего. Для вечера я еще выгляжу, еще ничего. Нормально. Ой.
Привет всем. Для работник года. Не знаю, может, кто-то медаль даст мне, я не знаю. Правда, работы вот так вот, завались. Лезет. Все лезут за всей палочкой. Вот. И теперь мне еще надо будет вот здесь в хоздворе тоже посыпать все, потому что там у меня между перчиком тоже валом бурьяна. Надо, короче, мне это самое дело все привести в порядок, ну, как бы привести в порядок, посыпать. А времени не особо, как бы, много. Вот. Так что вот такие вот делишки. Что такое? Туда-сюда. 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 Ой. О, чуть-чуть вот так отдвинула. Я просто, как бы, знаете, не сильно хочу, чтобы у меня вольеры попадали в кадр, потому что если YouTube видит, что в вольере находится животное, все, сразу происходит какое-то, то банят, то еще что-то делают. В общем, мне такое дело не нравится. Какие-то постоянно то предупреждения мне какие-то пишут, то еще что-то приходят, уведомления какие-то с YouTube, что я там что-то там... Жестокое обращение с животными или еще что-то. Ну, в общем, бред какой-то, честное слово. Ну, YouTube же не понимает, что это питомник. Он просто думает, что это кота поймали и посадили в клетку, понимаете? Они же не понимают, что это котята приучаются до лотка. Или это там, к примеру, паштетом кормятся, там, или мясом маленькие котятки, там, вольерчики, понимаете? YouTube этого ему не объяснишь. И мне так кажется, что это вообще проверяет, как бы... компьютер. Ну, как бы не живые люди, а компьютер проверяют. Не знаю. Ну, у меня уже было много раз такое, что когда YouTube видит, что там животное находится в вольере, то у меня сразу, ну, я уже молчу про монетизацию, сразу зачеркну там, сразу. Вот. Ну, еще бывает, и потом идут предупреждения. Ну, вот так вот. Вот такие вот делишки. Вот так, разбегалась, разбаловалась. Ой, они так бывает играют, знаете, так прикольно вообще. Они у меня все лежат на улице в вольере, они там балдеют на солнышке. Ну, там прям таких прямых лучей нету, они прям там ложатся у меня как бы в вольерчике и там балдеют. На свежем воздухе, там все классно. Вот. Мне так радостно, что у нас есть вольерчик, что у меня вообще кошки мои дышат свежим воздухом. Все-таки, считай, с ранней весны мы их выпускать начинаем там. И до поздней осени, пока тепло, мы все время их выпускаем. Это ж классно вообще, когда есть такая возможность, представьте. Ну, вот люди, у которых там коты в квартирах живут, сделать вольера, выхода на улицу, нет такой возможности. А у меня есть все-таки. Спасибо моему мужу, что прислушался ко мне, сделал... Они у меня, в принципе, живут вот вообще нормальную, полностью полноценную жизнь. Я тут разговариваю, залезла. Держится когтями, чтобы не упасть. Ириска. Ну, давай Тёмке чешу. Давай Тём. Прыгнула сама. Запрыгивает и стоит когтями, он держится. Чтобы не гепнуться, да? Поймала. Ай. Сейчас я ее, короче, ребята, шея поцарапана, все. Ириска, не смей на меня прыгать, не смей. Не смей на меня прыгать. Ой, гонится за мной. Гонится за палкой этой, гонится. Так, все, Ириска, не подходи ко мне. Вы что, она прыгает, капец. Прыги, уже на плече сидит, и так больно. Ай, вцепилась всеми когтями своими, ой, больно. Так, ну что, вот такое видео сегодня будет. Я считаю, нормальное по времени. Всех показала, про всех рассказала. Вот, будут выходить уже Азочкины детки маленькие гулять. Я тоже потом их вам покажу обязательно, конечно же. Вот, они тоже все у меня вот такие цветные. Вот, так что, посмотрите. Да? О, Ириска уже с этой стороны. Я ее боюсь. Она прыгает. Сейчас вот так сидит, потом за 2 метра раз, и уже у меня на голове. Она очень прыгает. Так, все.
Все на меня так смотрят внимательно-внимательно. Это тоже Ирискина, вот эти липается, черепашка. Ну что, все всем показала. Девчонки, вот такое было видео. Девчоночки, ну что, буду завершать, заканчивать, потому что видео будет длиннющее. Вот, всем всего хорошего. До новых встреч, до нового видео. И всем пока-пока.